выработать важнейшие решения для организации, такие как создание единого евразийского товарного знака, как создание единого информационно-технологического патентного пространства на территории Евразии. Важно также, что Совет окончательно решил, что с 1 июля этого года наша организация приступит к исполнению обязанностей международного поискового органа. Это означает, что в нашу организацию могут обратиться и заявители из наших стран, и любые заявители со всего мира с тем, чтобы мы помогли им запатентовать их изобретение. С 1 мая организация начнет выдавать документы в электронном виде, что позволит нам преодолеть те риски, которые сейчас есть в авиасообщении, в транспортном сообщении, и отказ от носителей бумажных позволяет также успешно взаимодействовать со всеми заявителями по всему миру.